4 дорожно-транспортных происшествия на территории Магаданской области зарегистрировано в период новогодних праздников с 1 по 11 января 2021 года, в результате чего 5 человек получили телесные повреждения. Основными видами ДТП стали выезды на полосу встречного движения и несоответствие скорости конкретным условиям движения. В 3 из 4 аварий пострадавшими являлись пассажиры транспортных средств. Госавтоинспекция Магаданской области напоминает участникам дорожного движения о необходимости соблюдения правил безопасной перевозки пассажиров. Не забывайте использовать ремни безопасности, так как это значительно снижает риск получения тяжелых травм или смертельных исходов. Сложные погодные и дорожные условия требуют от водителей повышенной бдительности на дороге. Соблюдайте скоростной режим и будьте взаимовежливы. В снежную погоду асфальт всегда остается влажным. На таком покрытии увеличивается тормозной путь, отмечают специалисты. Водителям необходимо отказаться от резких маневров. Также следует заблаговременно снижать скорость при подъезде к опасным поворотам. Безопасность каждого из нас зависит от личной дисциплинированности и ответственности, подчеркнули эксперты.